Какой мощный бросок от Белова. Плотников. Ковальчук. Два игрока станут в тачке. Ковальчук идет в обводку. Он тоже как-то вдохновенно стал играть, особенно после заброшенной. И шайба оказывается за ленточкой. Ковальчук дубль оформляет. Какой гол Ковальчука. Это просто надо смотреть с самого начала. С входа в зону, что сделал Ковальчук с соперниками. Надо сначала он в одном углу отработал на виражах, на улитках, отработал Корнеева, как говорится, сленг хоккейный такой. Сбросил его с себя, продолжилась атака уже в другом углу. Это уже другой угол, концовка эпизода. Здесь Нестеров, смотрите, спустился помочь. И что сделал? Он добавил, бросил. Это уроки. Надо смотреть на это и просто записывать, как надо действовать нападающим. Сколько желания. Говорили мы, да, про Ковальчука, что он в этом сезоне будет рвать и метать. И вот он. Ну, сами Лепесту там просто присел отдохнуть и забронировал себе место в первом ряду. А там началось все с чего? Ты сказал, что сначала против Дацюка. Дацюк видел, что Корнеев идет, но Корнеев бросил просто шайбу в зону, продолжилась атака, и Корнееву пришлось менять фланг обороны. В результате Лепеста с Корнеевым набегались так, что Ковальчук просто из них сделал, я не знаю, как сказать, но буквально раздел. 4-0. И совсем недавно у нас за спиной осталась середина второго периода. Я перед началом встречи предполагал, что матч будет результативным, что настолько все в одну сторону будет. Но многие специалисты опасались.